Дорогие девушки, приветствую вас, с вами Инна Нефедовская. Сегодня мы будем говорить, как расслабляться перед сном, как расслаблять лицо перед сном, снимать зажимы, спазмы. Итак, что мы делаем? Вот такую простую гимнастику. Делать это надо на подушке, лежа с закрытыми глазами. Первое упражнение – растираем руки до горячего состояния. Разогреваем, наполняем их энергией, кладем на лоб, делаем расслабление к вискам 3 раза, 2, 3, макушки, 1, 2, 3. Далее делаем расслабляющий массаж глаз большой по векам, 1, 2, 3. И потом по ресничной линии точно так же, 1, 2, 3, делаем 2 круга. Далее расслабляем рот, круговую мышцу губ. И закончить энергоумыванием. Руки до горячего состояния. Раз, два, три. Вот так расслабленно засыпаем. И спокойных вам снов и красоты и молодости.